сделать. Все пацаны подвалены. Накатим, раскупаемся. Хорошо, блин. Дрезину я добыл, хотя было и непросто. Крест спрятал ее в облюбованном мутантами храме царя рыбы. Похоже, здесь мостовики приносили саму человеческие жертвоприношения. Хорошо, что возвращаться сюда мне не придется. Теперь пора забрать вагон у бандитов. Я прижал, чушканы! Пацаны, это сука тут! Там он внизу выкатся, папа! Вот сука мне! Кто куда? А я наш херу!
Вот это сука! Сука конченая! Чешок драный! Вонар Петушера! Чертила этот наверху упрятался! Сука, получай!
орёт на Верховне, а? Сейчас вешайся! Я тебя найду, долго подыхать будешь! Чёрт, сука! Думаешь, заныкался и в дамках, мля? Чё там ночевал? Чё я тебя найду, на? Thank you.
А я в вас сразу увидел потенциал. Еще на глушилке. Ах, дядя Артём, а вы Мишку моего сразу найдете? Сразу видно, холили или лелеяли, не то что старушку мою. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Спасибо вам огромное, Артём! У меня просто слов нет! Спасибо, братишка! Ты настоящий мужик! И я твой должник. Привет, Артём! Здорово, Артём! Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Thank you.
Артём, смотри. Я для пекаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну что, брат, готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо тебе. Артем, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артем, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту.
ты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляем к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернешься, отыграй. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран.
Я здесь. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охрана человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, мы готовы. Только давай не так, как в церкви, ладно? Да чего возиться? Уложить их всех. И дело в шляпе. Прекратить базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое время начинать. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Всем напоминаю, после захвата буксира с Артемом и Идиотом возвращаемся на Аврору. Артем и князь с Крестом идут на буксире к мосту. Огонь! Его заметили! Огонь! Пожалуйста!
Не убивайте, я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удача нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутра не сонные будут. Артём, князь, мы того приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы сболтаю. Потерял! Хлеба вам тебя торговать будет, а?
Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Мы его измученный корягу поймали, весь борт разворотило. Артём, князь, Аврора скрытно сдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Не видишь ведь, как отец Силанти говорил? Кто явился? Слуги сатаны! Ты как-то за утренней не был. Не был. Допрыгаешься. Пошлет святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Наша полотка, мы туда. Отца... Как ты себя ловил? Погоди, еретик. Еретики нашего убили! Патроны вышли! Получай, скотина! Он на складе прятался! И рыба! Вон он, гад! Вот он, еретик! Еретики нашего... Ты сволочь! Проклятого языка! Что-то на складе такое непонятное. Братья! Надо найти еретика и восстать ему за грехи! Эй, еретик! Лучше сам выходи! Не таких находили! Вижу еретика! Вон он, гад! Еретики наши убивают, братья! Бога надейся, а сам под пули не лезь. Вон он, гад! Вижу еретика! Братья, что же это делается? Наших убивают! Пулем бы и спаситель поклонился.
почти на месте. А у тебя там, кажется, весело. Ты только не отвлекайся, мы тут не в тир потренироваться пришли. И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди все не обратились, и только обитель наша уцелела, и покут нашли приют, верные Господу, и слышался Господь, и пролежит всех царского именем Силатель. И рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. Отвергаем! А пусть прочего отвергаете ли хитрость дьяволову? Тот электрический проклятый подарок лукавого глупца! Thank you.
Эй, значит, еретики проклятые! Катерину увели и до меня добрались! Ух ты, шустрый Артём! Слушай, дед, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А Катерина пусть тебя больше не беспокоит, понял? То, что Катерину с пути истинного сбили за то у Бога, сами прощания просите. А вот за то, что Божьи хакнется в безоружных унивали, он за то гореть вам по дуду скончания веков! Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами, мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. А тут электричество — грех. Такая же нелепость.